Охуеть! Еще 6 автовокзалов до 2016 года и, во-вторых, намерены предоставить конкурентные преимущества для легальных перевозчиков. Основная идея в том, чтобы прибыль водителя зависела не от количества заполняемых мест в автобусе, а от фиксированного тарифа за каждый километр. Народные новости. Правоохранительные органы, которых теперь тоже привлекут. That's fine. We can be in touch with the city of Raleigh. We have all your information. City of Durham. What the? Oh!
Matt Tom on Fishing, Unfiltered. I love fishing. Pike, perch, pickerel. And fishing that's the... The body was completely covered. Торчала лишь рука и обе ноги. Рядом с телом. На подушке лежал большой нож для разделки мяса. Сообщает Саша этот пресс, на днях он закончил... Ой, я дебил, блядь! 5 лет назад.